Сергей Ефимкин, врач-эндоскопист из Владивостока, завершил свою работу по лечению больных туберкулезом на Чукотке. Он провел множество операций по установке и удалению ранее поставленных эндобронхиальных клапанов. Такой метод применяется в медицине с 2000 года. Чукотка стала 9-м регионом Дальнего Востока, где его освоили. Впервые подобную операцию провели в 2022 году. Тогда эту работу на базе окружной больницы выполнял главный фтизиатр ДФО Павел Фадеев. Напомню, что клапанная бронхоблокация является эффективным, малоинвазивным, немедикаментозным методом лечения различных форм туберкулеза легких, включая лекарствоустойчивый и его наиболее частые осложнения. В этом году работу продолжил врач-эндоскопист из столицы Приморья Сергей Ефимкин. За 2 недели он провел лечение пациентов Чукотской окружной и Провиденской районной больниц. Врач отметил хорошее оснащение наших лечебных квалифицированный персонал. Подобное сотрудничество помогает обеспечить пациентам эффективное и современное лечение, а сотрудникам медучреждений получить бесценный опыт. Мне очень понравилась сама больница и оборудование здесь, Чукотская окружная больница. Очень хорошие условия и персонал. То есть я приехал один, у меня не было медсестры. Медсестра от туберкулезного отделения мне очень помогла. Как будто бы это моя медсестра, которая у меня на рабочем месте в Владивостоке. Все как бы прошло без осложнений. Так раз, конечно, тут все в новинку, но теперь я уже знаю точно, какие силы, какие средства. И я обязательно приеду. Я установил много клапанов здесь, их через год надо снимать. Я обязательно приеду. И я надеюсь, что как бы вот такое наше сотрудничество за многие километры как бы по нашей большой стране, я считаю, что так вот должны специалисты помогать друг другу.